Всем привет! Сегодня второй способ разблокировки — телефон Huawei P Smart Z на 9 андроиде, вот с такими параметрами. Также они вот здесь написаны. Вот. У нас было видео на нашем первом канале, получается, на основном. Вот этот способ, он попроще, потому что здесь не нужно почты mail, которую мы вводили в первом способе. Здесь немного подольше, но способ проще, так как не нужно никакой электронной почты. Итак, получается, нам нужно только интернет-подключение. Мы будем использовать Wi-Fi. Нажимаем «Далее», «Далее», пропускаем. Мы будем пользоваться Wi-Fi. Вы можете попробовать по сим-карте. Так, «Далее». Выбираем Wi-Fi. Так, сейчас введу пароль. Так, нажимаем «Подключить». «Далее». То есть, если у вас этот способ не получится, читайте описание под видео, там будет ссылка на первый способ, либо переходите на наш основной канал, вот здесь вот ссылка будет, либо также она будет в описании, и пробуйте первый способ. Итак, появляется меню подтверждения аккаунта, то есть если не помните, соответственно, ничего сделать не сможете. Возвращаемся на первоначальное меню и выбираем экстренный вызов. Здесь нужно набрать 911 либо 112. Мы пробовали 911, ну также как бы попробуем 911. То есть при наборе нужно будет сразу потом нажимать вот сюда на единичку, то есть потому что под этим меню находится еще одно меню, и потом там высветится календарь, и его нужно будет активировать. То есть смотрите, набираем номер и тут же нажимаем. Вот, видите, там календарь, но не получилось сейчас сделать. Давайте еще раз. Там 911. Набираем и тут же нажимаем. Опять не получилось. Так, еще раз. И вот у нас открывается календарь. То есть, если будет идти вызов вот здесь, сдвигаете его и отменяете потом. Теперь, что дальше? Вот сюда на плюс нажимаем и... Как событие создаем, название любое пишем, вот. Затем спускаемся вниз, вот здесь описание, пишем youtube.com, вот так вот, youtube.com, чтобы вот так вот было, чтобы не было никаких пробелов. И теперь здесь вот галочку ставим. Теперь заходим сюда и нажимаем YouTube. Так. Открывается у нас YouTube. А теперь что делаем? Нажимаем вот сюда три точки. Поделиться. То есть если в первом способе мы использовали Gmail, то сейчас мы будем использовать сообщение. Нажимаем сообщение. Новое сообщение. Здесь пишем любой номер. Вообще любой, неважно какой. И выбираем «Отправить на номер». У нас появляются вот здесь вот такие вот, как другие значки. Нажимаем вот сюда вот на плюс. Так, нет, не сюда. Назад. И нужно будет создать нам... так, «Добавить контакт». Возвращаемся назад. Так. Нажимаем на него. Так. На значок звонка. Получается, на значок трубки. И вот здесь вот создать контакт. Нажимаем плюс. Появляются настройки у нас. Спускаемся пониже. Можно имя любое написать. Спускаемся пониже. Добавить поле. Здесь нам важен пункт. Вот этот веб-сайт. Здесь набираем maps.google.com. Так, maps.google.com, чтобы получилось вот так. Все, сохраняем. И вот здесь у нас получается, как параметры контакта, нажимаем maps.google.com. Открываются у нас карты Google. Здесь нажимаем «Пропустить». Так, включаем геолокацию.
включаем геолокацию и затем вот сюда вот в параметрах нажимаем запустить навигацию. И вот здесь нажимаем ОК. Он ищет у нас, где находимся. И вот здесь затем нужно нажать и сказать «Открыть настройки». Вот сюда нажимаем. «Открыть настройки». Запуск приложения «Настройки». И открываются у нас настройки. Идем «Система», «Сброс». И делаем сброс всех настроек. Сброс всех настроек. Сброс всех настроек. Ждем, пока настройки сбросятся. И затем нужно будет перезагрузить телефон. По сути, на этом все. Если все сделали правильно, при перезагрузке у вас появится рабочий стол. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, кому видео помогло. Если у вас другая модель телефона, смотрите другие способы. Ссылка на плейлист будет в описании. Итак, перезагружаем телефон. Перезагрузка, перезагрузка. И ждем, пока телефон перезагрузится. Способ, еще раз повторим, попроще, чем первый способ, но он чуть-чуть, ну, как бы позамороченнее, что ли. Но в первом способе нам нужен аккаунт почты Mail.ru. Вот если у вас его нет, то использовать вот этот второй способ будет намного проще. Если же у вас с этим способом не получится, то читайте описание, там будет ссылка на первый способ. Итак, загружается у нас рабочий стол. Все, в принципе, аккаунта уже нет. Вот. Идем в настройки, сведения о телефоне. Так. Да что ты. Huawei Smart Z и остальные сведения, кому будут нужны. Май. 9 Android. 9.01. 9.01. 132. В принципе, и все. На всякий случай, если хотите, можете сделать еще сброс настроек, но это ничего не поменяет, будет все то же самое, телефон также будет работать. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до свидания.